Всем привет, дорогие друзья! С вами Федоров Константин. Это возобновление нашей рубрики «Место встречи». И сегодня мы посещаем мини-футбол-школу, где ребят будут тренировать после семинара. Показательная тренировка для преподавателей школ. Давайте смотреть, как же это получается. На протяжении двух дней сейчас, я так понимаю, проходил семинар очередной для преподавателей. А что в этот раз там осталось? Я думаю, не одно и то же уже рассказывал, что-то новое, но теперь... Конечно, это у нас была третья сессия в рамках реализации нашего программы в Поляре по направлению общей реализации. Третья сессия, третий сезон реализации программы у нас идет в рамках этой программы по обучению. Вторая пара здесь располагается. Значит, ну давай, мы с собой, давай. Вот мы побежали. Да это чисто. Вот ты разворачиваешься. Забегает. После третьей фишки, вот, на вторую фишку, да, на эту, потом четвертую. В общем, и возвращайся быстрее, так. Вторая пара, когда первая переходит работать здесь, в эту сторону, вы уже начинаете туда двигаться. Понятно. И все максимально ставится. И тормозные действия, вот вы тренируете только какие мышцы? Сгибатели, разгибатели. А в мини-футболе надо тормозить резко. А что тормозить, передние мышцы работают. Вот. Вот эти мышцы. Они у нас только при тормозных действиях работают. Значит, постарайтесь их нагрузить. А сколько раз? Один раз. Это в потоке идет. Будет перерыв там секунды, я не знаю, как вы будете быстро бежать. Секунд 15 будет перерыв, 20. И снова очередь подходит, повторяю. Не спрашивайте, сколько подходов там делать. А что так все раз не выйдет? Можно по сердечному, да. Под грудь сюда, левой. Вот, можно так считать.
И дает команду, вам тренер дает команду, считайте за 10 секунд. Он так, оф, и вы считаете. Раз, два, три, четыре, там, в минуте 60 секунд, значит, насчитали 20, умножить на 6, сколько будет 120, значит, пульс у вас 120. Если у вас там 20 пульс, 25, 29, это значит, пульс там под 180, это нормально работает, отвечает скоростной. А если пульс будет 120, значит, вы или филонили, вот, или плохо бегаете вообще. Пульс должен быть 160. Если вы не будете, раз встали, вот смотрите, мы поправили вас здесь, как надо, что показал вправо, ушел влево, принимаешь мяч. Обязательно надо и правой работать, и левой. Ну, как только вы ушли делать упражнение, опять принимаете мяч, о, встали. Нет такой позы вообще в мини-футболе и в спортивных играх, тем более. Вот все время надо находиться, вот. И все время вот в движении. И забыли про это упражнение, которое делали. И здесь. Когда вы выполняли вот удары по воротам, все, старайтесь, уходите как будто. Раз здесь принимаете мяч. Сделайте произвольный шаг вперед. Шаг вперед. Принимаете мяч. Все время в движении, все время. Ну, а так молодцы. Вот я тут вижу многие упражнения. Мы уже третий год приезжаем. Особенно лестница очень прилично выполняется. Это частота работы ног. Она очень важна в мини-футболе, без нее. И старайтесь вот не, как будто вы секцией лайки занимаетесь, а бегаете вот с кружочек. Вот. Это только в бальных танцах бывает. Подбегаете на скорости, останавливаетесь. Вот замерить просто, так надо останавливаться на скорости, чтобы вы четко смотрели. Потому что когда вы бежите, у вас работают сгибатели и разгибатели. Вот, в легкой атлетике так. Но бег мини-футболист совсем другой. Он подбегает, резко тормозит, игроки проскакивают туда. Вот, особенно если с мячом убираете. И мышцы совсем другие работают. Передние работают. Вот голеностоп. Голень работает. Вы поняли, да? Ну ладно, и так мы будем совсем сидеть. Похвалю, что ваши школы. Узнал ли ты что-то новое сегодня? Да, конечно. Что, хотя бы для себя? Нам показали новое упражнение. То есть это челночный бег с двух сторон, и два человека сразу. Это как соревнование. С двух сторон. Сейчас вот так сверху два игрока, а с отпишки сейчас мы должны на скорость бегать. А что, что-то узнали? Мы узнали много про сердце, как посмотреть пульс. Мы узнали то, что когда ты разминаешь, нельзя разговаривать, потому что это мешает, что... Мне очень понравилось, потому что это было очень интересно, позитивно. Мы всегда занимались, мы тренировались, мы старались, чтобы быть подражанием для других. Ну что ж, а на этом мы с вами прощаемся. Для ребят я специально оставил моменты, которые будут важны в дальнейшем для просмотра.
Ну а вам, друзья, ждите новые видео, подписывайтесь. И только хорошего настроения. Всем пока!